Музыкальные раскопки главных икон современности. Виталий Листраткин и Александр Булгаков с программой «Музразбор». По вторникам в 10 утра в эфире Интер-ФМ. Во время грибка. Вы вдыхаете, да? Вы вдыхаете во время грибка, да, Борька? Правильно. Вот когда вы будете вдыхать, животик нужно втянуть в себя. Ну, то есть, смотрите, вот так вдохнуть. Чтобы эта рука провалилась, а эта рука поднялась. Как правильно плыть дельфином, первоуральцам объясняет олимпиец Юрий Прилуков. На дорожках бассейна около 40 человек, в основном дети, которые занимаются плаванием. Мастер-класс поможет ребятам отработать различные техники. Мы учимся новому, и тем более накануне соревнования, и перед соревнованиями всегда очень важно получить какой-то новый опыт, чему-то новому научиться. И это у тебя останется на будущее, и даже если ты не свяжешь профессию с плаванием, плавание всегда пригодится. Поделиться опытом всегда рад. Это уже третий мастер-класс Юрия Прилукова для первоуральских пловцов. Доходчиво объясняет и повторяет, если кто-то не понял. Главное, чтобы занятие действительно пошло на пользу. Есть просто нюансы, да, то есть здесь мы можем сосредоточиться на технике плавания на мастер-классе. Здесь они сосредоточены сами по себе, потому что, ну, не каждый день такое происходит. Но тренировка все равно, это же какая-то определенная монотонность, такой ежедневный процесс, который в автоматизм переходит. А тут как бы новый человек, новая обстановка. Правильная техника – лишь составляющая успеха. Для тех, кто хочет достичь спортивных высот, важны усердие и заинтересованность, отмечает Юрий Прилуков. Именно эти качества помогли ему стать многократным чемпионом и призером Олимпийских игр. Просто усердие, на самом деле, и заинтересованность. Наверное, это вторая часть того, что мы сдаем на мастер-классе – заинтересованность в плавании. Слова наставника берет на заметку. Евгений Борисов занимается с Прилуковым уже третий раз. Опыт прошлых мастер-классов помог в спортивном продвижении. Молодой человек занимает призовые места на городских, областных и даже международных соревнованиях. Я понял то, что с должным желанием можно добиваться больших высот. Я занимаюсь плаванием 9-й год у Шелагина Людмилы Николаевны. Вся семья занимается плаванием. Брат тоже у Людмилы Николаевны, и папа у нее тоже начинал сейчас. С семьей ездим на соревнования различные, на международные. Сейчас Евгений готовится к получению разряда мастера спорта, поэтому не упустил шанс вновь потренироваться с чемпионом. Впрочем, как и другие ребята. Я ждала этого мастер-класса, чтобы набраться опыта, так как не все стили у меня идеальны. Он все объясняет доступно, все понятно. Все ли понятно, Юрий Прилуков проверяет еще раз, уже на суше. После подводит итоги занятиям, вручает ребятам сертификаты со своим автографом. А мастер-класс запомнится участникам не только заплывами, но и приятным общением с чемпионом. Ну, там молодые люди сзади. Вы что, нормально тоже у вас? Все в порядке? Разрядники, да? Хорошо. Надежда Титаренко, Владимир Махмутов, Интер-ТВ.